Открытый областной турнир по гиревому спорту, посвященный памяти нашего земляка, мастера спорта, рекордсмена СССР Василия Петровича Потапова. На соревнованиях присутствуют почетные гости. Кохтун Лидия Гавриловна, замглавы Веселовского района по социальным вопросам. Зоскова. Из городов Ростов-на-Дону, Шахты, Батайск, Веселовский район. Спортсмена. Рекорд СССР сельского спортсмена. В 37 году Василий Петрович родился у нас на Веселовской земле. Закончил краснооктябрьскую семилетку. В 56 году ушел в армию. И именно в армии он начал заниматься гиревым спортом. Вернувшись на родную Веселовскую землю, в Красном Октябре в 1959 году организовал секцию тяжелой атлетики и гиревого спорта. Приобщил своих друзей, односельчан. И поэтому именно в Краснооктябрьском сельском поселении у нас сейчас, ну, более, наверное, серьезно развивается гиревой спорт. И ученики Василия Петровича – это тренер-преподаватель ДЮСШ Веселовского района Волков Петр Николаевич и его ученики. И вы знаете, хочется сказать, что сегодня в этом зале на традиционном турнире рядом с именитыми спортсменами, которые
я боюсь ошибиться, уже более десятков лет присутствует у нас на наших турнирах. Присутствует и молодежь, молодые юноши и, самое главное, замечательные девушки, которые тоже занимаются гиревым спортом. Я от всей души желаю вам успехов на сегодняшнем турнире, удачи, всего доброго. Традиционно из года в год я присутствую на этом соревновании, радуюсь празднику доброй силы. Кого я благословлял на руководство колхозом «Красный Маныч», когда был руководителем «Красного Октября», поддерживал морально и материально все соревнования, которые проходили сначала на сцене Красно-Октябрьского дома культуры, потом «Красном Маныче». Мы дружили с семьями. Вот сегодня рад, что моя дочь, здесь присутствующая, с Сережей, еще с детства возглавляет областную федерацию. Это большая честь и для нас. Поэтому ваш праздник сегодня – это праздник для Веселовского района. Это память о выдающемся спортсмене. Спасибо, что вы есть. Вам всем удачи, побед над собой в первую очередь, а потом дружеских встреч. Они здесь вас объединяют. Спасибо. Слово для приветствия предоставляется Потапову Сергею Васильевичу. Уважаемые участники соревнований, болельщики, все любители этого прекрасного вида спорта, спорта здоровых, сильных людей, здоровых не только физически, но и духовно. Я рад, что вы в очередной раз прибыли на гостеприимную Веселовскую землю. Хочу вас всех поздравить, пожелать вам прежде всего успеха, доказать, опять же, прежде всего самому себе, что вы сильные, что вы тренировались, а не зря. Вот. У нас турнир областной, ну, уникальный. Уникальный тем, что на одних помостах у нас выступают юноши и девушки, которые только делают первые шаги в гиревом спорте, а также выступают спортсмены-профессионалы, которые на сегодняшний день прославляют и Ростовскую область, и Россию на всероссийских и международных помостах, а также прославленные и заслуженные ветераны гиревого спорта. Поэтому этим и уникален наш турнир. В этом году прибыло очень много участников с разных уголков Ростовской области, где в силу возможности люди занимаются, тренируются, в течение года выступают, побеждают, завоевывают разряды. Вот хотелось бы мне, пользуясь случаем, вручить зачетную квалификационную книжку, выписку из приказа и значок спортсмена первого разряда представителю Аксайского района Водолазкову Денису Геннадьевичу. А также я хотел пригласить сюда Фатеева Романа Владимировича, представитель Верхнедонского района, вручить ему также приказ и зачетную квалификационную книжку спортсмена разряд кандидат мастера спорта. Я уже говорил, что гиревым спортом у нас в области занимаются в разных уголках и давно. В этом году тоже, пользуясь случаем, хотел бы поздравить. В этом году у нас 40-летний юбилей празднует спортивный клуб «Атлет» из Ремонтинского района. И вот хотел бы пригласить руководителя клуба Белошова Владимира Александровича. Желаем вам ярких побед, рекордов и упорства в достижении поставленных целей. Я еще раз всех поздравляю с праздником, с открытием нашего турнира. Всем желаю удачи, побед и упорства на этих соревнованиях. Спасибо. Судья первой категории — Губанов Иван Сергеевич. Фоменко Александр Анатольевич.
Болдырев Дмитрий Валерьевич. Чайковская Юлия Андреевна. Бодрикова Ирина Валерьевна. Слово предоставляется главному судье соревнований Потапову Сергею Васильевичу. Уважаемые участники, представители, обращаю внимание, наши соревнования по традиции начнут младшие юноши самой легкой весовой категории и повышаем упражнение толчок. Далее старшие юноши толчок. После этого упражнение рывок девушки, упражнение рывок женщины, затем толчок младшие и старшие юноши, рывок ветераны, и после этого вступают в борьбу профессионалы, спортсмены, мужчины, толчок и следом рывок. В час дня обед, будем еще дополнительно объявим здесь в столовой школьной. Вот. И дополнительная информация вся будет объявлена дополнительная. Сейчас 20 минут для разминки. Протоколы дублирующие будут вывешены в разминочном зале. Поэтому еще раз вас всех поздравляю с открытием. Судье про участников вывести спортсменов на разминку.
Внимание, представители команд, кому требуется поставить печать на дорожку, удостоверение просьба, командиру поставить волну с местным коллегам. Давайте.
24-й помост. Тарас Руслан. Лесовая категория 58 килограмм. Тарцинский район. 5-й помост. Саченко Сергей. Ремонтная. Тоже лесовая категория 58 килограмм. И 6-й помост. 68 килограмм. Ищенко Василий. Все, готовы, ребята. Еще раз повторяем, первый поход, вставай категория 48 килограмм, Гурлакой Михаил, Бабенко Никита, Дьяченко Артем, весовая категория 58 килограмм, Тарасов Руслан, Санченко Сергей, и весовая категория 68 килограмм, Ищенко Василий. Это первый поток. Внимание участникам соревнований, пожалуйста, Гизель Аграя, за поворотом, за ширмой, там специальные публики стоят. Так, еще раз внимание участникам. Сейчас отнимем второй поток, чтобы потом готовились, ребята. Второй поток. Лесовая категория 48 килограмм. Первый поток Крылов Артем. Второй поток Коганян Ашот. Третий поток Денисов Константин. Четвертый поток 68 килограмм. Купитель Максим. Нескромный Данил. Из Головцов Дмитрий. Это второй поток, который потом будет готовиться. Благодарю за просмотр. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, звоните в колокольчик и подпишитесь на канал. Ваше участие развивает канал и способствует его продвижению. Вы можете посетить бесплатно мою авторскую библиотеку на сайте Malakhov.pro. Доброго здоровья и до новых встреч!